Всем доброго времени суток, уважаемые зрители и подписчики наших каналов. Вы, наверное, сейчас в недоумении, что вообще происходит здесь, Денис. Всем привет, с вами еще Дэн. И что же, как режим называется, забыл? Риск, мы рискуем то, что не выиграет шампанское. Короче, здесь есть команды. Справа у вас написаны команды: Yellow, Red, Orange. А ты в какой команде? Я в жёлтой. Желтый? Будем воевать с тобой, Дениска. Короче, мы захватываем такие столбы, на которых нарисованы разные значки. Какие на них нарисованы, те бонусы мы и получаем. То есть, если мы проиграем эти столбы, то мы разденемся, грубо говоря. Вот оранжевых раздеваю тут от... Я розовых раздеваю, в принципе. О, тут шлемачок, можно шлемак поиметь себе. Ой, розовый ко мне идет, он что-то знает. Он знает, что у него лук, я в воде, у него все шансы. Но я пока заныкался, Дениска. Он уже приближается, моя команда, естественно, бежит ко мне на помощь. О, боже мой, у него зачарованный каменный меч. О, отлично, я тут оранжевый против меня. Жесть. Мне, кстати, очень нравится то, что когда ты умираешь, ты появляешься в этом, в эндермире. Ты Я еще не умирал просто. Я еще не умирал. Против меня играет, меня постоянно убивает. Единственный минус, жизнь подлагивает, вот. Ой, желтый, короче, желтый пытается захватить мечи. Естественно, я не даю взять ему металл. Не трогай, желтых не трогай, это хорошие ребята. Я вижу, какие они хорошие, какой он тут молодец, подстреливает меня. Негодяй твой желтый. Давай, все, зарезали мы желтого, захватываем столб. Отлично, мечи, теперь у нас каменные зачарованные мечи. Отличненько. Мы так, просто... У меня сейчас будет шлем, Вот смотри, так, у меня такой шлем, потом они зачарованные, по-моему, становятся, потом уже... Какие потом золотые вещи становятся? Да-да, золотые. Если вы захватываете столбы одинаково, очень большая штука, то они становятся золотые. Меч чаруется. А, отлично. Смотри, Yellow Team 8, у Green Team 11. Ну, я вас почти догоню, сейчас чуть-чуть осталось. Кстати, сейчас с нами играют одни наши подписчики, я хочу заметить. Да, я позвал с РК своих ребят, сказал: ребята, мы хотим заснять на сервере, но на сервере нет онлайна. Вообще печально, что на таком хорошем сервере с таким интересным мини-режимом мало онлайна. Что думаешь, Денис? Два человека из 500, сколько там мы зашли сюда, да? Жесть просто. Эй, дай мне нужен меч. Это очень плохо, но я думаю, просто сервер еще не распиарен, и как бы этим, я думаю, мы поможем. Да. Ну, все-таки IP мы оставим, но, ребята, честно скажу, мы вам... Ой, железный меч, Дениска, беги! Спасайся! Я уже спасся от тебя. Беги, железный меч у меня в руках, просто готов разрывать. Опа, Денис, Привет, дружище! Одного из ваших просто зарезал. И ты, Денис, кусочек мой лакомый, Дениса. Иди отсюда. Беги от меня, мясника. Фу-фу-фу-фу-фу-фу. Пусть. Давай режь мясо желтого кабанчика. Зачем нужно вот это вот топор, все такое? Ну это если у тебя оружие закончится, короче, чтобы ты мог это... чтобы тебя когда полностью раздели. Но сейчас я с вас... Меня убили, потому что у меня на этом сервере лагает, конечно, Денис, но... Ой, мы в эндермире, что надо делать, эндермена вбить? Не, ничего не трогай. Сейчас я с вас голову сниму, сейчас я вам голову оторву, короче, вашей команде. Давай. Вы мне мешаете голову вам оторвать. Вы такие, что такие уроды, а? Мы не уроды, мы продуманные ребята. Короче, на самом деле подлагивает жестко, но могут... Меня они вообще не лагают. Ты что? У меня откидывает постоянно, Денис, вообще просто постоянно. Но я тебе, знаешь, что хочу сказать? Сервак реально стоящий, то есть он довольно-таки интересен. А здесь еще режимы, по-моему, есть? Да, здесь еще режимы, но вот этот режим он называется риск. То есть ты тут рискуешь, ты должен выбирать, какие столбы захватывать. Вот, например, мы уже просрали свой меч. Грин, у вас 16, у вас же 16 этих захвачено, но это все потому, что я черный. Я не знаю. Так вот, ребята, короче, тут ты рискуешь. Ты должен постоянно осмыслять, какой столб захватывать, какой не захватывать. Потому что действительно, каждый столб, который ты забираешь, он чего-то стоит, чего-то не стоит. Этот столб, который сейчас захватывает, это столб ботинок. То есть, о, вот видите, наши захватили опять столб. Видите, у меня же золотой низ, шлеп, вот там шлема. Сейчас у меня будут ботинки еще вот. Захватил эти ботинки зачарованные на атаку. Зато я сейчас у тебя заберу лук твой зачарованный. Я на луки не обращаю. Луки я вообще не считаю их полезными, я считаю их бесполезными. Так, красный чувак, иди. Здесь, в принципе, все бесполезное. На самом деле, здесь много воды, и луки здесь очень решают, но почему-то он меня не стреляет. Слышь, Дениска? Ой, напали сзади красные какие! И оранжевые еще тут! Сколько их! Они просто пытаются меня убить всей толпой, просто какой-то... Да так и тебе надо, у вас Тима тащит, вы что, охренели? Потому что я же здесь, Дениска, ты не забывай, я же мастер ПВП-мастер просто, я же на нигилейшем не закаляюсь. Мастер ПВП-мастер-демастер. У меня тоже залагало. Ладно. На аннигилейшене каждый день закаляюсь баталиями, битами. Бомбит у меня, конечно, в последнее время вообще жестко, потому что вроде, знаешь, делаешь для ребят гайды, делаешь все, ну, чтобы, знаешь, не играли. Все равно тупят?
Капец, слушай, просто, Денис. А вот ты как относишься к тому, что все на мид идут? Я говорю, не идите на мид. Не, Денис, на самом деле вот я уже научился, у меня на мид идут только когда я говорю идти на мид. Вот, но другой минус, понимаешь? Они тупо бегают за мной, и меня это реально раздражает, потому что когда они бегают за тобой, это напрягает реально. Я сейчас объясню почему. Они просто тем самым временем теряют и. Ну, в итоге, как сказать-то, понимаешь, в итоге это очень плохо. Ой-ой, спрыгнул на меня один красный, или еще из лука стреляет один. Одного я замочил, так, надо спрятаться за деревом. Я не могу ваши мечи найти, я хочу ваш железный меч. Нас лишили ботинок, но у нас зато каски. Ой-ой-ой! Вас, знаешь, чего сейчас решат, самого главного, ваших гребаных мечей вонючих, а? Уйди! Вонючих мечей, ну ты пробовал их на вкус, видать, там и на запах тоже, Дениска. Не знаю, мечи. Откуда ты знаешь, что они вонючие? А так, опа-опа. Опа, это свой, у нас, короче, у нас забрали золотой этот нагрудник. Так, у желтых осталось 4, у красных 5, нужно что-то делать, вот я вижу желтые столбы. Смотрите, одну команду уже снесли, отлично. Да, это мы снесли, о, я вижу, Денис Шмайт что-то захватывает, прямо в спину ему. Да, уйди, давай, давай, Дениску убил, сразу же такая толпа ярых защитников набежала. Ну и, конечно, меня сейчас тоже будет жопа, скорее всего, да, меня из лука подстрелили, но я тут напал. Давай встретимся в Эндермире, чувак. В Эндермире нельзя встретиться. Можно, здесь можно, здесь видно других игроков. Ну вот вы гады, у нас 4 тавра осталось, я их так назову. Вот гады. Смотри, красные тоже что-то делают, в общем, режим на самом деле рисковый, ребят, здесь ты рискуешь, не получится. Здесь надо в самом начале больше всего раскачаться, понимаешь, это вот то, что вот как-то начать раскачаться. Кик, оффлайн, меня кикнул с сервера, Дениска. Это все потому что, за что? Вот сейчас на сервере уже 26 человек онлайна. Так, не знаю. Давай, перезаходи тогда к нам. Я пытаюсь, Денис, не знаю, зайдет ли у меня, вряд ли меня закинет. А нет, слышь, я зашел. Ты дальше играешь? Да, я дальше играю. Правда, в какую-то странную игру красные здесь опять выиграют. Здесь красные выигрывают вместо зеленых. А когда я выходил, у меня зеленые побеждали. Красный что-то стоит, у него лагает больше, чем у меня, поэтому я его убиваю в сухую. А ты все еще за зеленых? Я все еще за зеленых, но мне видео не. Я забрал у вас меч, получается. Ты не вовремя забрал меч, Денис, я тут дерусь вообще-то, я дерусь, он меч забирает. Дурак, Денис. Зачем ты это сделал? Получай, хрен вам и не мечи. Денис, зря ты у нас захватываешь. Что ты сейчас у нас захватываешь, да? Реды тоже у нас захватывают. Мы сейчас в самый низ уйдем, потом реды вам жопу надерут. Потому что у редов они и у вас, и у нас захватывают, Дениска. Ну нам реды ничего не надерут. Главное, нам вам надрать. Мне вот это принципиально. Черт уйди, парень. Денис, окей. Черт, парень, видите, потом реды вам, смотри, у редов уже 15, чувак, я тебе говорю, вам потом задницу-то намылят. Да не волнуй. Все, сейчас вам минус еще мечи, сейчас у вас деревянные мечи будут. Понял. Так, желтого убить, он с железным топором, вы что, там железные топоры, вы что, лесорубы? Лесопилку вам по самой гланды, Денис. А какой, железный топор же лучше, чем деревянный? Короче, я сейчас проиграю Дениса, не смогу снимать, скорее всего. Почему? Ну, потому что нас выкинет, мы проигравшая команда. И что? Ну. А, так вы все, вы проигрываете, что ли, уже? У нас уже 3, да, так на нас и вы, и они осуждают. Ты не старался, как бы, а я даже не видел. Старались больше красные больше. А так ты потом ты потом просто покажи спаун, как офигенно сделана система, то, что можно телепортироваться. Мне да, очень интересно ребяткам смотреть спаун, я думаю, да? Да не, он правда прикольный. Да, конечно. Где ты нафиг? Баем этого красного засранца. Ребят, что-то мои зеленые расслабились, но ничего, вот этого зеленого мы сейчас тоже... А грин, кстати, уже начинает тащить потихоньку. Ага, тащить. У нас было 20, стало 6, затащили. Ой, грин, я yellow хотел сказать, сказал грин. Я в смысле про себя. То, что мы сейчас тащить начинаем. Я про это. Эй, черт. Тащить, что вы там тащите? Грузовики к обочинам? Да нет, у нас вон 9 этих уже тавров захвачено, так что не на надо. На самом деле, нам нужно, чтобы играло 2 команды. Мы просто с низкой разок сыграли, чтобы разобраться, что за режим вообще. Так, я хочу, чтобы вообще в одной команде. Давай в следующий раунд сыграем в одной команде. Ну, если следующий раунд вообще будет, не знаю, насколько затянется этот режим. Меня, короче, откидывает. Ой, боже мой, меня откинуло, и меня воздух бьет. Представляешь, меня бьет. Воздух бьет. У вас красный, которого у красного вот этого, я просто по нему бью, это будет на видео вообще эпично смотреться. Вообще. Ну ладно. Так, зеленый, да? Красный разобрал всех, потому что он там это. Вот я говорю, ты зря на зеленых нападаешь, дурачок. Я сейчас просто, ну здесь реально только зеленый стоит. Давай тогда. Блин, я красные ничего не сделал. Красные нас выиграют, я уверен, красные победят. Нет, хрен вам, я сейчас у них заберу меч. Точнее, наоборот, не у них, а у вас заберу меч. У нас теперь каменные мечи есть. Да у нас тоже каменные мечи есть, а вот у них-то я чувствую железячки там уже. Угу. Так. Ну, сейчас у вас будут не каменные, а деревянные, как бы извиняюсь, но... Я уже чувствую эту боль. Эй, почему зеленый?
Что за хрень? Так, 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 так. О, у вас даже нагрудников нету, чувак, уже. Да я знаю, мы вообще голые. Вас вообще уже раздели, просто раздевают. У нас было все, у нас просто ливнуло 2 человека, у нас осталось очень мало. Так. Каменные мечи мы себе поимели обратно. Так, все, я у нас уже зачарованные мечи. Все, я вот. Я вас... Захватываем луки. О, так смотри, грины, как-то быстро меняется раскладка, видишь, уже... Да, это потому что это риск, чувак, здесь каждый рискует. Опа, красный подбегает, а тут чувак, у которого не лагает, он с деревянным мечом, и, возможно, я смогу его убить. Да, я его замочил, отлично. Okay. Так, что у нас еще есть? Здесь получили? Надо более-менее командно играть, но я надеюсь, если когда мы будем в следующий раз в стиме в одной, как бы более командная игра будет, и тогда мы точно затащим. Да, а видишь, тут просто нужно, чтобы каждый человек один захватывал один тавр, а не по 10 человек на тавр идти на самом деле. Так, все, я захватил, у вас минус одежда, а у нас уже золотые нагрудники. Все, отлично. Отлично, ну, суперски, че. Надо просто задавить рейдов, а потом ПВП устроить. Ну, в принципе, да, но вокруг меня только зеленые. Золотые нагрудники с железным мечом подошел ко мне желтый, просто зарезал меня. Ну, сервак лагает, реально. Ну, вот я, кажется, понимаю. Не знаю, у меня ничего не лагает, у меня все нормально. Я не знаю, чувак, но у меня реально, не должно быть так вот. Как не должно быть? А, меня вдвоем ваши гасят зеленые. Мне люди телепортируются, понимаешь? Люди телепортируются, это немного неправильно. Может, в общем, я не знаю. Какая-то херь, на самом деле. Так, желтый захватывает прямо подо мной. Давай убивай его. Так что за фигня, как у меня бьет? Я понял, что по нему уже раз 10 ударил, он все еще не умирает. Опа. Ребят, у меня вылетел интернет. Сейчас попробую Денису сказать, что у меня интернет вылетел. Интересно, как он на это отреагирует. Алло, Кость. Алло, Денис, ты как отреагируешь? Как ты отреагируешь на то, что решил провайдер на донат пошутить и вылетел в интернет? Ну ничего, я его меняю в этом месяце как раз таки. Все, ты можешь дальше играть же? Да, 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 я могу дальше. Все, продолжаем. Играть. Раз, два, три, продолжаем. А, продолжаем, да, но я даже не заканчивал на самом деле. В общем, я хочу, чтобы я был фейлом, но на самом деле прикольно немного было, так неожиданно. А он просто тебя отрубился интернет. Ладно, блин, я только сейчас заметил, что почему-то у красных розовые тавры, это немножко странно. Это не странно, так и должно быть. Почему? У красные это розовизна же. Ну. Обосновал, да. Аргументированный ответ. Окей. Красный дерется с желтым, но я не должен дать взять ему этот тавер. Дать взять? Не дать ему взять. О, железный меч у нас появился. Отлично, отлично. Красный забегает в нашу территорию. Блин, сейчас Yellow проиграют. Нет. Да, надо зажать Yellow. А вот я вижу пару столбов Yellow. Не надо на них смотреть. Даже не смотри на наши столбы. Не вздумай. У нас там целая команда такая, столб защищает один. Я не знаю, зачем они это делают. Так. Стой, а что здесь зелё... Эй, нет, это не до мастера. Так, красный так. Захватывает желтый столб, но он еще не догадывается, что желтый столб мы захватим. Черт, меня убили луком. Вам кажется, что вы захватите, милейший, вам кажется, вам только кажется, что вы захватите. Нужно избавиться сейчас от какой-то команды. Это надо либо с желтыми сделать, либо с красными. Если мы избавимся от одной из этих команд... Вы ни от какой команды, милейший, не избавитесь. Мы избавимся от зеленых, скорее всего, а потом от красных, мне так кажется. Вам так не кажется? Мне много кажется. Ты тавтология начинаешь, Денис, потому что ты уже боишься, ты в панике, то, что ну, мы побеждаем. Парень из лука как из пулемета стреляет, я захожу к нему в спину, 2 удара убил, так, минус один, и как-то у меня убивает. Я вас бошки забрал уже, норм. Так. Сейчас я у красных еще заберу немножко. Опасная ситуация, ты себе не лагал, я здесь тащил, вот я отвечаю. Просто у меня лагает жестко, вот. Ой, да ладно. Ну окей. Так, я просто даже со столба не могу спрыгнуть, а у меня постоянно спрыгивает со стола по-новому, чувак. Мой. Так. Все, отлично, у нас еще плюс нагрудники хорошие. Сейчас мы у красных забираем мечи. Так. Так, давай. Ну я бы по тебе 20 раз ударил, чувак, что за читерство-то, ё-моё? Как ты по мне спиной из лука стреляешь? Спиной из лука? Боже мой. Надо было видеть, да это у меня вообще... Как меня бьют? Меня все еще добивает призрак. Призрак? Так.
Так, 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 все, мы забрали у них мечи, теперь у нас хорошие мечи. Отлично, все. Отлично. Демастер читер говорит, демастер лагает. У меня ты был читером, спиной из лука по мне болил. Фух, это надо было видеть, Денис, я реально говорю, такие лаги, жесть, просто не встать, не понять, не потянуть. Я уже тут запарился, боже мой, давай уже быстрее, может как-то договоримся командами, давай красных забьем. Знаю, давай. Меня из лука. Нет, желтых не трогай, не трогай. Давай красных собьем, окей? Не знаю, убиваем желтых, красных, синих, зеленых, серо-бур-малиновых. Серо-бур-козявчатых. Бур-малиновых я называю их. Короче, Денис так красный в меня стреляет, но мы идем к желтому столбу, там желтый стоит, отхватывает. Идите нафиг! Желтый разделся при мне, короче, ребята, желтый разделся при мне. Вот. Что? Что? Он видел меня и такой, демастер, я отдаюсь тебе полностью. И, короче, начал раздеваться. Это его раздевают. Сейчас я тебе демастер раздену, сейчас только выйду. У нас два тавра всего осталось. Черт. Да, вот теперь у вас два тавра осталось. Да демастер, уйди отсюда. Уйди. Так, черт, меня убили. А, ты гад. Сколько там? Нам на второй раунд хватит, нет? Дэн Шмальц, что за фигня? Что? Ты написал в чат красный, смотри, да еще один Дэн Шмальц. Нет. У меня какой-то баг написано. Это тебе ответ был. Так, у тебя одна жизнь осталась, Денисочка, сейчас мы тебя создадим. Не, уйди, фу-фу-фу-фу-фу, противный. Еще один тавр захватить. Да что ж такое, Денис, что ж ты сопротивляешься, это судьбе, от судьбы не уйдешь. Зеленые с самого начала должны были победить, я это чувствовал. Какие-то ссаные ребята забили моего друга. Не, ребят, вы не ссаные, просто это. Просто вы это. Что? Странные ребята забили моего друга. Так, звучало эпично. Мы тут немножко уже отыгрываемся. У нас плюс один тавр, норм. Тяжело играть, когда две команды на самом деле. Вот легко играть, когда у вас там это. У вас одна команда, у вас там по одному цепляет, так играешь, как против 8 человек сразу же. Вы давайте красных забивайте, а потом сами нам тавр раздавайте и можете идти. Все. Да, конечно. Черт. Давай, тавр. Я сейчас тебе. Кое-что другое сдам, Дениска. Ты чё? Буду ждать. Стоит такой спринт, когда заработает. По яйкам тебе сдам. Ты чё, охренел? У меня, кстати, железный зачарованный меч, Денис, так что ты бойся. А я тебе сейчас просто железный меч сделаю, не волнуйся. А, да. Сейчас у тебя будет тупо железный меч. У меня сейчас каменный зачарованный стал. У меня и красный забрали у нас, и у нас забрали. Ну, понял. Понял, поэтому вам надо с красными разобраться, а нам просто сдавать все. Так, я, кажется, вижу ваши еще. Что там у вас? Кирки, я вас забирать, наверное, не буду. Да, кирками-то не особо пользуешься. Пойду я вас еще. Я из лука в лагах кого-то убил даже. Я пойду вас еще меч заберу, пожалуй. Мне вот этот меч ваш приглянулся. Так. Сейчас у вас минус еще один меч будет. Да, Кость? Да, забирай. А мы тут не мечами деремся, мы деремся силой воли и разума, и интеллекта. Давай, забивай этого. Ну, конечно. Все спинами дерутся, короче, ты бы это видел. Все дерутся спинами. Это вообще жесть, так смешно смотрится со стороны. Все дерутся. Война спин. Что? Война спин? Я даже думаю так серию назвать, если не забуду. Война спин. Ой, боже мой, спины нападают на меня сбоку. Что? Меня просто обрюхать. Что? Обрюхать? Шестером, понимаешь, красные напали. Давай с красными уже разберись, там только... Разберись, ты ведь вот не меня захватывал, а красных, у меня вообще был железочарованный меч. Так я вот сейчас на красных уже иду. Да поздно уже идти, я с каменным мечом-то не захвачу красных, понимаешь, Дениска, вот надо... У нас тоже каменные мечи, чуть-чуть осталось. Так. Блин, у нас деревянные. Вот, у красных, давай все на красных ориентироваться. Сейчас, Дениска, пойдем на красных ориентироваться, да, захватим только два желтых столба. Они тут нет, вы что, милейший. Они немножечко тут не к месту стоят, понимаешь, просто такие как-то неприметные. Вот один взяли, второй взяли, отлично. Эй. Вижу красные столбы уже, Денис, ты, конечно, не беспокойся, мы твои столбы брать не будем, только пару желтых еще вот возьмем. Эй! Уйди от моих желтых столбов. А это ты что ли там стоишь, Нига? Эй, меня все за территорию пытаются скинуть. Так, что ж такое? Капец просто, ребятки. Ха, а желтые проиграли, все, Денис. Как про желтые не могли? Где ты за красных играешь, Денис? Я помню, когда команда проигрывает, их раскидывают по другим. Все. Теперь ты кровавый Джо, в общем-то, Денис.
Вот. Все, вам хана, чуваки. Отлично. Я тут думал, все там это. Ну ладно, что, Костя, можешь уже расстраиваться, можешь даже ливать сервера. Как бы. Ты уверен, а если ты проиграешь, что ты будешь говорить? Почки на свои не страшно отдавать, Дениска? Ай, да нет, я вам сейчас без штанов, я сейчас штаны сниму, Кость. Но ты предлагаешь заняться чем-то серьезным, Дениска? Нет, я предлагаю заняться тем, что я сниму все штаны. Почему? Вот реально, я отвечаю, вот если бы у меня не лагало, чувак, я просто бы тащил. Но меня так лагает, я даже не знаю. Мне даже после этого не хочется видео выкладывать, но все-таки сервер обозреть нужно, я считаю. У меня вообще все четко, я не знаю, что там. Я не знаю, у меня вообще жесть. Я сейчас труселя тут снимаю потихоньку. Как-то. Я вот вижу тебя, Денис, сейчас тебе по спине. Эй, уйди, дай сейчас труселя сниму. Я тебе где-то три раза ударил, ты меня просто летаешь. Я не знаю, вот я тебя сейчас бью и ничего не происходит. Я не знаю, что там у тебя. У меня просто вот ребята бьют в воздух и убивают меня. Спиной ко мне стоят, бьют кого-то там и убивают меня. Меня это напрягает, действительно. Ну ладно. За Дэна, понял, что пишу? За всё. Дэна. Все. Где там зеленые? Тавры. У вас там уже тавров все меньше и меньше, как я вижу, да? Ну что лагает жесть, понимаешь, я не активный игрок в команде, потому что у меня лагает жесть. Вот эти отвечаю, если бы меня не лагало, я просто тащил. Я просто показывал бы, кто здесь хозяин. Вот этому пареньку просто бы надрал бы его спину. Не, меняй провайдера, я не знаю, тут, наверное, у тебя что-то с этим, с интернетом. Кость. Ну, в общем, на самом деле не с интернетом больше, по большей части. А так у меня не лагает. Дело в том, что у меня не лагает практически сервер. У меня практически идеально идет. Я не знаю, это у тебя что-то. Эй, кто снимает тут мою башню? Снимает твою башню? Да. Это хоть не женщина. Ой, да ладно. Так. Давай перемотаем, потому что сейчас что-то вообще долго все это идет. Давай сейчас запишем конец уже, Денис. Тут что-то, мне кажется, уже вот. А, ну блин, сейчас вот буквально еще две башни останется. Потому что... давай прямо сейчас, мне кажется, сейчас мне. Ну ладно, давай, продолжаем. Давай продолжаем. Так, ну что ж, ребята, в принципе, все движется к логическому концу, красные начинают сдавать. Это не совсем логический конец, я просто не знаю, как такое даже произошло. Вот, ну просто видишь, я не знаю, Денис. У меня вот я специально вообще в шоке, просто у меня так лагает, я просто не знаю. Вот. Провайдер, естественно, я вообще хотел менять провайдер, чтобы стримы были лучше. Осталось, а у тебя какой провайдер? Тавера. У тебя какой провайдер сейчас? Домру. Домру? У меня тоже Домру, я не знаю, что у тебя лагает. Ну вот, у меня вообще жизнь лагает. Стоп, короче. А ты сколько платишь? Я плачу кастом 100 мегабит в секунду. Ну, странно, что у тебя тогда с интернетом вообще? Я вообще сам не понимаю, это какое-то разводило мне такое чистое. Я реально переключаюсь на другого провайдера и посмотрю, что они мне предложат. Не знаю, я плачу 300 рублей, у меня и кабельное, и интернет скоростной, вообще хороший, вообще идеальный. Я на спид-тест заходил, прям отличная скорость. У меня тоже отличная скорость, а на стримах у меня даже не тянет 720p. Мне тянет спокойно. Где у вас там какая-то башня последние дни? А, стоп, это зеленая башня. Я пойду нашу охранять, потому что, блин, все, у вас 30 тавров уже захвачено. Что ж такое? Долго, слишком большая карта попалась. Вот мы играли на прошлой, когда тестовая игра была. Там была, конечно, игра бы быстрее. Я даже не знаю, где еще ваши башни, Денис, честно. А вот красная башня последняя. Сейчас нас захватывает. Я не знаю, я уже тогда ее сдаю, эту башню, потому что смысла уже сопротивляться нет. Так. Я уже просто, а вот, да, вижу, там вот какие-то дэншмайзы. Вот, я тебя вижу. Давай, привет, братья. Я тебя не собираюсь бить, я тебя хотел обнять. Ты лучше стой там, потому что они сейчас за тебя отвлекаются, видишь, эти ребята, и бегут за тобой. А, ну ладно, так. Так, одну башню вы захватили. У нас еще три башни, где они? Я вот и не знаю, где ваши башни, такой-то. Вы какие-то читеры просто. Так, стоп, а компас, я только сейчас заметил, что компас что-то показывает. Он, наверное, показывает все-таки направление. Что ты меня бьешь, ты что, псих? Я тебя не бью. У меня только что ты меня бил. Ну, я говорю, лагает жестко, а это чел, который с тобой бежит, и просто с ним бежать в унисон. А вот он, там три ваших башни, четыре, там уже тут захватывает еще одну. Я возле них просто постою и сдам их. Так, посмотрим. У нас есть ботиночки, у нас есть лук. Ну-ка, постреляем из лука. Еще ни разу здесь не стрелял из лука. Так, мы, наши красные. Ребята заходят нас убивать. Так, вот одного красного мы забили. Или он меня сейчас забьет, непонятно. Так. Слишком уж долгий заденшва, понял? Да, ну тут очень тяжело, потому что вот я говорю, если бы я не лагал, мы бы уже давно победили. Просто я не знаю, так жестко играть. Ну вот на видео у меня потом посмотришь, когда я выложу. Охренеешь, просто как я играл, я просто... Битвы спинами. Я сейчас просто уже все сдаюсь, потому что раунд идет действительно очень долго, и изначально было понятно, что же мы проиграем. Я думаю, на этом сервере же еще какие-то режимы есть, надо будет их потом... Да, но это как бы риск основной режима на данном сервере, я думаю, ну как бы это логично, что мы его показали. Угу. Потом еще посмотрим, конечно, надо, чтобы поднялся онлайн у сервера. Вот, это сейчас онлайн вообще ужас какой минимальный, да?
Да, вот, еще эту башню захватываем. Так, полсердца, прячься, дымасти, откуда в тебя стреляют? Да ё-моё. Давай, вон ту башню-то захватывайте. Какую ту башню? А вот вижу еще одну башню, а тут вот как раз стреляют поганые лучи. Вот две, я стою вот возле нее. Так, так. Слышу, около башни ты ее это... Че ну, я? Стой на ней и не парься. Ну, я так и хочу сейчас сделать. Просто когда стоишь, ты опять начинаешь захватывать, в общем, все дела, вся борода, окей. Фух, ну, что? Что сказать-то, ребятушки, остается две башни, в общем, война, она какая-то непрерывная идет, вот еще башню за нас. Это просто жесть. Все, Ютин, Грин, Хазвон, 50 токенов. Кстати, а я победил, потому что я в зеленой сейчас тиме. Как в зеленой тиме? Да не, просто меня переключил на зеленую. Все, и смотри, вот бой заново начинается, то есть здесь вот так можно непрерывно играть. А, да, вот бой, да, можно играть непрерывно. В общем, я в красной команде стал. Ну что, давай слэш лобби. Или здесь... спаун. А, здесь слэш спаун надо писать? Да. Сейчас. А спаун 2 вроде, нет? А нет, давай. Здесь надо просто нажимать escape и disconnect, Денис. Я придумал, я просто перезахожу на сервер, потому что я хочу... Эй, блин, мне... лобби, да, хочешь? Да, я хочу показать лобби, потому что не все могут лобби посмотреть. Лобби мне действительно на этом сервере понравилось, потому что оно такое оригинальное. Да, лобби прикольное, прямо украдено с этого хайвенки. Здесь смотрите, как можно перемещаться. Хочешь этот режим? Да, я показал Дениске, что можно стрелять из лука, и ты попадаешь туда, куда попадает стрела. Но у меня так лагает, что я сейчас это показать вам не могу, ребят. Потому что я просто... меня даже не выстреливает из лука. Денис, меня слышно? Да, слышно. Я думал, у меня опять интернет вылетел. Короче, Денис, давай заканчивать, пока не вылетел интернет, а то я уже у меня просто капец, у меня такие задержки пошли жесткие. Ну ладно, давайте. Я стрельнул, переместился под стрелу, сейчас нормально было. Ты стрим сейчас хочешь? Или не понял? Нет. В общем, ребятушки, с вами были Денис и Демастер на сервере Риска. Риска и Риска. Также наши подписчики. Да, на этом все, с вами был Дэн. Давай. А, блин, ты это тоже сказал. Да, с вами был Денис Демастер. Подписывайтесь на наши каналы, ставьте лайки, обязательно комментируйте. Ссылки все в описании на сервер и на наши каналы тоже. Вот. Ну что ж, ребят, всем пока. Всем пока.